Казино давно поломалось там. Казино, возможно, и не вернет, но не знаю. Вернет или не вернет, и когда вернет. Там сложности есть с казино. Но может потом вернется. Так, ран номер 10. Поехали. На Лэмбо. Он Сатурн. Как это был старт страшный, потому что он бочки бахал. Теперь, в принципе, нормально. Они даже это исправили для стрикеров. Позаботились о стрикерах. 6JBX RN4CM. С вебкой тут тема очень давно уж. Кошка давно на стриме есть. Просто пока был спидран, не хотел ее ставить. Как вообще в треке находил? Просто я знаю, как такое количество там треков собрано было. Какие треки? Ты про плейлист, что ли? Не знаю, само собой получилось просто. Можно было оттащить бомбу. Ну ладно. Довольно высоты приятные. Да, ваш маленько низковатый, но кто хорош тирает. Это, наверное, важнее пока что. Опять книжка на хп. Ладно. Я, наверное, пока не хочу ее нажимать. А то опять останусь без босс-айтемов на весь ран, как в том ране. А там дали, правда, робость уже под конец. Игра все разжалась. Дала хотя бы один нормальный девилайтом за весь ран. Надо был еще один, который я не взял. Еще можно было Литлхорн взять. Тоже было бы неплохо, наверное. Немножко да помогло бы. Нормально, пол хп почти снесло сливки. Над ним Сатурном. Сливка даже и не душит. Хорошая сливка. Молодец. Скорость. Так, ран на Лэмбо, да? Пока все нормально. Тут ключи не особо нужны. Серьезно? Ключ. Думаю, пока на этом рума, наверное, сначала. Не особо нечего делать. Хотя я могу взорвать автомат, конечно, в магазине, там так денег мало. Меч я никогда не беру почти. Ты идиотский айтем. Для старика. Если кошка есть, можно взять. Без кошки я никогда не буду брать меч. Потому что это ебланство.
Я его беру ради прикола, бывает в первый там раунд 10-20, но я его уже брал вчера, поэтому больше не буду. It's like she's fucking five! Спасибо за 100 рублей, Скайлон. Опять будем твою удачу тестить, будут ли песни играть. Может даже и будут. Надо же, реально будут. И вправду играет. Тебе сегодня повезло. Тоже Барановский, я уже понял. Некродансер. Митра. Еще больше хп. Почему мы не запрещаем бороться модами? Блять, флип. Хорошая это, но все же книжка я не брошу, наверное. Ну, потому что люди думают, что если моды какие-нибудь визуальные и не влияют на игру, то, в принципе, насрать. Но в целом, там на самом деле, да, любой мод можно, типа, отредактировать, и он что угодно будет делать. Но, опять же, всем плевать. Я говорю, нет никакого комьюнити, типа, в стриках. Нет никакой модерации. Всем просто насрать. У стрикеров нет никакого, типа, аналога speedrun.com, где бы хоть какая-то была модерация этого всего говна. Поэтому так и живем. Ух ты. Блин, надо автомат чинить будет срочно. Деньги-то уходят. Ну, без модов обмануть сложнее, но тоже можно, да. В Айзеке, опять же, говорю, тут же нет никакого типа античита или типа того. Кто захочет делать хуйню, он хуйню все равно сделает. Просто, конечно, это не всегда будет так очевидно, как с этим нашим другом из Франции было. Это было не сразу очевидно. Но, как правило, типа, это все равно рано или поздно, скорее всего, видно будет. Поэтому просто проще играть и не париться об этом. Пусть что хотят делают люди. Ну да, типа, как у него. Кстати, я так и не знаю, как он это делал. Вот, ну, кстати, может быть, через мод. У него, по-моему, были моды какие-то. Хотя, по-моему, у него модов не было, кстати, самое что смешное. По-моему, он это делал без модов. По-моему, у него не было модов активированных. Он просто, по-моему, в себе айтем-пулы, типа, это, поменял и все. Как-то, видимо, в эту версию игры играл каким-то хером. Я в этом не разбираюсь, как это можно делать. Ну, наверное, как-то можно. Может, там даже моды-то и не нужны для этого. Иди нахуй просто, блядь. Конечно, блядь, теперь я буду R-кнопки находить. Спасибо. Ни одной не было. Ни в одной секретке, по-моему, за весь файл не было ни одной R-кнопки, по-моему. Без ролла. За весь файл. Тут, блядь, на второй день уже. Угу. Конечно. Это хорошо. Да никому никакие клеймо стоять не надо, господи. Пусть, я говорю, пусть делают, что хотят. Пусть это будет просто на их совести. Не надо, типа, никому ничего говорить, никому ничего писать. Просто убогих просто трогать не надо и все. Пускай они живут своей жизнью.
Шрёдингер, ну, явно человек, ну, не хочет исправляться, ну что с ним сделаешь? Типа, он как не хотел играть честно, он так и не играет честно, типа, ну... Только теперь он делает это еще и в открытую. То есть вообще уже не стесняясь. В этом все отличие. Типа, ну, какая разница? Значит, он уже все. Это уже, ну, такой безнадежный уже пациент. Паролит, ну, я вот хочу на сделку взять на самом деле, а не на секрет. Ну, посмотрим. Мне интереснее сделки рули, чем секретки. Может, батарейка будет в магазе? Не будет. Жаль. Ну что, сейчас на яйцах, думаю, билд найдем. Это будет получше раньше, чем предыдущий, наверное. Всадника не будет. Вроде. Я же вроде активку не нажимал. Или нажимал активку? Возможно, уже забыл. Тогда печально. Я не хотел всадника получать вроде. Вроде я активку не нажимал. Не было активки. Все нормально. Не, может быть, сейчас паролем тайм-трейнер. Может быть, и паролем. Смотрим. Типа сделки не будет, тогда возможно паролем секретку. Ай. Я встал. Как ты меня задел там? Сделки не будет. Тут херовый боссайт, ну ладно, я его заберу. Ну пошли ролить R-кнопку, видимо. Хотя в принципе даже... Блин, таран, которым даже я, может быть, нажал бы R-кнопку, потому что довольно рано еще. И у меня яйца есть. В игре. Важное уточнение. Но... Ну, типа, я остаюсь и без кубика, и без книжки на ХП, поэтому... Нахер. Я думаю, того не стоит. Там уже нажать. Называется шутка, Сёки. Я такое иногда практикую. Критон, крикет, потому что мир, который крикет. Их минимум два. Который голова или который тело. Удачно не всегда, по-моему, никогда. Когда геймпад на зарядке, он горит. А когда он на зарядке, он оранжевый, он должен, по-моему, моргать медленно. По-моему. Вроде так работает. Преталокс. Чё? Бот ошиб... Что? Что, блядь? У меня бот сдох. Чё сегодня все дохнет-то? Сегодня все умирает. Не заряжался, получается. Там бы бывают приколы, да. Я, по-моему, от компа он, кстати, не заряжается, по-моему, от одного кабеля. Он, по-моему, с одним кабелем только на зарядке, а с другим кабелем только работает. Но не заряжается. Короче, там сложно. Я его только от телефонной зарядки заряжаю постоянно. Отпуск умер, да, потому что бот умер, я сейчас верну. Там от кабеля, да, по-моему, зависит. Короче, такая дрочь. С этими, блин, кабелями, потому что кабель может заряжать, а может его не заряжать. И также, который кабель заряжает, его комп не видит.
Короче, надо, видимо, это каждый раз или отзывы смотреть, или не знаю, как вообще провода искать, чтобы он точно хорошо с ним работал. Это, по-моему, только из-за Type-C такие приколы, по-моему, потому что со старым у меня такого не было, по-моему. Типа с DualShock 4, по-моему, таких приколов не было. Я такого не помню. Там, по-моему, всегда все работало нормально. Так, ладно. Вроде я все вернул. Вроде отпуска вернулись, можете идти в отпуск. Ну я и говорю, что раньше такого не было. Я и говорю, что раньше был... Нет, Type-C было раньше. И потому я таких проблем раньше и не помню. Там, видимо, с этим, наверное, проще было. Нет, отпуск без содержания. Еще чего. С ума, что ли, сошли? Почему мне пингвин в сабмитах пишет на французском? Соб, тебе пингвин напишет на французском? Вот что. Это сильный мув. Ладно, я на дьяволах. Блин, я вот смотрю на DualSense Edge. И жаба душит. 20 сраных тысяч. Просто охренеть. Причем 20 на сторона Малики он стоит 20, а так еще, по-моему, дороже. Какие же ебанутые цены сейчас на эту хрень. Он такой прикольный с виду, судя по тестам. Но 20 тысяч, так же жопа какая-то бешеная. За геймпад отдавать. Рабочий инвентарь. Дорого. Может подешевее все же маленько. А какая тебе нужна полноценная поддержка винды? Ты что, троллишь? Какая винда? Там только Steam нужен. И в Steam там поддержка будет. Думаю, уже скорее всего есть. Такая поддержка винды. Это типные курки. Да думаю, от игры зависит, скорее всего, опять же. Вероятно. Но это хорошая карта. У меня никогда не было проблем ни с DualSense, ни с DualShock на винде, не знаю, о чем эти люди пишут вечно. Какая поддержка, чего поддержка? Там либо через Steam все работает, либо ну, установи DS4 Windows. Нажми две кнопки, у тебя тоже будет все работать. Причем сразу, даже без настройки даже. Какая поддержка? Моральная, может, поддержка, правда? Типа, винда находит геймпад за 2 секунды. Ну, геймпад, во-первых, воспринимает DualSense, после кнопки будет от Xbox. Я минимум в 3 игры играл на геймпасе, там не было никаких проблем. Там проблема просто, ну что, геймпад это хуета под Xbox. Поэтому там, там и нет, конечно, ну, по поддержке, типа, кнопок. PlayStation. Но опять же. Нет кнопок, это ну так тоже, не знаю, по-моему. Не такая уж беда. Там их не так много. Чтоб понять, как типа играть. Уму за уж это все сильно притянут. Про проблемы эти.
Ну вот в Айзеке у меня проблем точно нет, это точно не проблема DualSense явно, проблема с твоим Айзеком. Тут уж я скажу сразу, это точно не из-за DualSense. Это может из-за Steam, может, кстати, если через Steam играешь. Надо там что-то искать. Может, там что-то с ума сошло. Вот с Айзеком у меня проблем не было вообще никогда. Ни на DualShock, ни на DualSense. Всегда все работало сразу. Даже причем кнопки были, кстати. До последнего времени даже кнопки были DualSense. Я зря его перепрошил там, по-моему. Перепрошивка, по-моему, их по-моему, там убила. Повелся, блин, на перепрошивку. Это была плохая ошибка. Этого делать нельзя было. Ну, реально проблем просто ноль. Не думаю, что мне так везет, потому что я с DualShock уже с года какого? 17-го или 18-го года. И DualSense уже тоже с самого старта. Типа, ну, нажал кнопку, все нашло. Типа, все. Включил Steam, там тоже все нашло. Что я делаю не так? Не знаю. Загадка. Какие там проблемы у людей, от чего они, я ума не приложу. Может, там конкретная версия винды еще может. Как-то может там что-то криво работать, но. У меня уже, по-моему, и винда была тоже уже 2-3 разные версии за это время. И тоже, типа, ну одно и то же было. Проблема только, что кнопок нет, да. Вот кнопки, да, кнопки, типа, бывают Xbox-овские, это чуть-чуть бесит. Не эстетично, так сказать. Но все остальное, типа, все так же работает. Типа, включил и играешь. Проблем не знал. Типа, если бы еще, например, Xbox был намного лучше, чем типа, DualSense. Я бы еще, может быть, подумал, что есть в этом смысл, а так, ну, просто кому что удобнее, типа, тот тем и играет. Типа, в отличие просто ноль для большинства игр. Уж опять же, все вполне играбельно. А. Думаю, что-то прикол. Я думаю, дьявол все равно. Блин. Зря. Ладно. Залучу Vessel. Фишки, не знаю, мне фишки нахуй не, абсолютно не интересны. DualSense, это же там просто новые стики, и просто, типа, ну, все более новые, чуть более, так сказать, лучшего уровня. Геймпад просто более такой приятный. Такое все про, так сказать, резиненькое такое все. Более такое тугое, вроде как. Поприятнее должен быть по ощущениям. Ну и главное, там стики вроде как новые. И они вроде как правда лучше. И типа этих стиков их не будет на обычном DualSense. Там какие-то еще были контроллеры, по-моему. Типа кастомные, но там не уверен, что там такие же стики. Там, по-моему, они тоже маленько не те. Именно таких, по-моему, сейчас нигде, по-моему, нет. Там реально не весь, там только не только модуль, по-моему, там просто сами стики, по-моему, обновленные. Ну, 20к это сколько же жопа отдавать просто за новые стики. И причем комплект стиков стоит-то дешево в теории, но опять же у нас он нихуя будет стоить не дешево, у нас он стоит, по-моему, 3000, по-моему, 500 за один стик, что тоже, конечно, маразм. То он стоит тоже как типа элит контроллер. Ну, один в один. Потому что это, по сути, есть элит контроллер, типа от Sony. Элит стоил
Не знаю, сколько сейчас стоит. Раньше он стоил 1015 максимум. Край. Может даже меньше. Хотя сейчас на элит стоит на дешево. В смысле дорого, скорее всего. Их сейчас хуй еще найдешь, по-моему. Там одно время еще, по-моему, не было почему-то это. В наличии геймпадов от Xbox, по-моему. Это вроде было давно уже. Там что-то с поставки какие-то приколы, наверное, были. Опять же, 100 ила, сейчас ты сам понимаешь, что сейчас мы живем в маленько более такой новой реальности и прекрасной, потому что сейчас, я думаю, цены маленько другие, наверное. Не думаю, что он сейчас стоит 12 тысяч. Это очень маловероятно. Так, мы идем вниз. А, ну вот, ну то есть он те же 20к стоит, ну вот. Про что я говорю. Значит, видимо, такие сейчас цены, да, конченые. Видимо, сейчас такие цены. Опять мегабласт, смешно. Потому что, говорю, именно геймпады стали стоить больше. При том, что видеокарты там подешевели, еще что-то там это, ну, дешевело, блять, эти геймпады все выросли, причем сильно выросли. Типа DualSense, там даже какой-то странный, блядь, аналог стоит сейчас, по-моему, 7 тысяч, по-моему, или 8 тысяч. Даже, по-моему, не оригинал, даже, по-моему. Какая-то копия. Сейчас вообще, по-моему, уже я нигде уже даже не вижу оригиналы. Как-то в этом плане все стало грустно. Сейчас и 5. Но там, по-моему, не оригинальный DualSense. Там какая-то китайская штука, по-моему. Они, конечно, может, ничем не отличаются, правда, я вот не уверен. Это надо смотреть. Они, конечно, может, ничем и не отличаются, но там явно видно, что это типа не оригинал какой-то. Ну, может, они типа такие. А, описано так, окей. Там какая-то приписка была с ходом в конце, да. А которая просто в DualSense не было в наличии у нас. Тогда, возможно, да, все-таки муж оригинала привезли. Но 6500 тоже, блин, дорого. Я их за 5 брал обычно. Даже поменьше. Ну ладно, 6500 это еще, типа, наверное, еще более-менее адекватно, наверное. Терпимо, так сказать. Я думаю, скорее всего, я просто куплю DualSense на новый. Когда снова припрет. Но пока вроде нормально. Я же думал, что вообще никогда не было стикдрифта, просто был хуёвый Bluetooth все эти годы. Я все зря брал новые DualSense. Привет, Тагер. Поздравляем. Потому что кажется, будто дрифт. Потом я типа открыл тест, а там дрифта 0. И оказалось, что у меня типа Bluetooth конченый лагал. А дрифта на самом деле нету. Что, в принципе, и хорошо. Ну вот, дай бог, его еще годики не будет. Тогда уже может DualSense, может, подешевеет. И вообще заживем. Если выживем. Что можно порулить, наверное? Там было черный хп. Фак. Только в ДНС. Да я не думаю, что они палят, торгуют. Просто я тоже не знаю, откуда сейчас идут эти поставки тут. Я полагаю, что сейчас нет, наверное, уже официальных поставок от Sony-то, наверное. Не знаю, откуда у них там импорт, так сказать, параллельный. Но может и нормальный. Типа там же пока еще, так сказать, Казахстан есть и прочее. Пока еще типа не совсем от нас отказались.
Наверное, оттуда еще что-то можно гнать. Или еще откуда-то. Опять меня войдут в странных местах. Зачем? Зачем мне тут войд? Не хочу я ваш войд. В целом, походу, он, ну, более-менее работает, параллельный импорт, вот такие вещи, потому что, ну, железо как было, так и осталось, по-моему. Там что-то подешевело, что-то подорожало, ну, как факт, типа, ну, в общем-то, почти все основное в плане, ну, по крайней мере, комп, железо, по-моему, все есть, типа, все можно взять, основную массу. Электрики. Так и Библию брать с собой не стоит. Сервиса нет, но это типа это было очевидно. Хотя Apple, по-моему, только, кстати, по-моему, недавно. По-моему, ушли. Сервис, кстати. Новость была. И как-то очень долго еще это предоставили, по-моему, сервис. Сервис, да, это да. Рамп. Это может быть. Что-то чего нет столько стоит, что, наверное, меня это точно мало интересует. Сука, на них цены. Нет, до сих пор монитор даже 60 Гц. Какой там OLED. Я неискушенный монитора пользователь. Ну а что-то, конечно, не будет доходить, так понятно. Типа в таких условиях было бы смешно что-то иное ожидать. Поэтому тут уж еще есть, то есть потом. За 30. Нормальный ран 10.